Таможенный переход в деревне Красная Горка стал последним пунктом остановки для водителей этих больших грузов. Ими были предъявлены документы на автомобили, подлинность которых вызвала сомнения у сотрудников полиции. Подозрения подтвердились, свидетельства о регистрации транспортных средств были напечатаны на обычном принтере. Как итог, оба водителя задержаны и готовятся понести наказание. В настоящее время дознавателем отделения полиции по Красненскому району межмуниципального отдела МВД России Руднянский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса «Использование заведомо подложного документа». Расследование уголовных дел продолжается. Олег Соловьев, Светлана Разганова, Десна ТВ.